камень совершенней растения, растение совершенней животных, животные совершенней людей, люди самые несовершенные существа на этой земле. Несовершенство людей порождает их беспокойство, беспокойство заставляет их размножаться. Размножение побуждает к войнам, из-за войн люди вынуждены воспроизводиться. Человек неотделим от собственного рода, он не свободен, он не сам по себе, его нельзя рассматривать вне череды предыдущих поколений. Беспокойство человека переносится на животных и растения, которые тоже вынуждены размножаться и уничтожать друг друга, уничтожать и размножаться, что порождает и усиливает беспокойство Земли. Беспокойство Земли пытается распространить свои пагубные волны беспокойства на всю Вселенную, но Вселенная не рухнет от этих волн. От этой крошечной земли, пытающейся стать центром Вселенной.